Добрый вечер всем. Вот хочу вам показать вот это дорогущие байбековские саженцы. 6700 евро за штуку. За аналогичную аферу посадили мэра Бишкека. Вместе с этими саженцами завезли кучу заразы. То есть их завезли без надлежащего фитосанитарного контроля. За все это никто не понес ответственности. И их не поливают. Видите, земля абсолютно сухая. Когда последний раз поливали, фиг его знает. Вокруг этого саженца должно быть 1,5 на 1,5 пространства свободной земли. Ничего нету. Когда саженцы погибают, их должны пересаживать. Как видите, здесь уже высох, никто ничего не пересаживает. И, пожалуйста, вот еще один. Сохнет. Сохнут? 6700 евро денег налогоплательщиков. Поливать забывает. Или специально не поливает. Причем пересадок не делают. Вот высох саженец, должны пересадить новые. Никто этим не занимается. Вот видите, вот высох, вон там выдрали высох, вон там тоже погибают. Если деревья болеют, а их надо каждый день, это вот деревья, которые не приспособлены для нашего климата. Не акклиматизированные. Их притащили из Европы. Их надо поливать несколько раз в день. Чего не делается. Каждое высохшее дерево, вот каждая свободная лунка, это 6700 евро. Это вот байбековская афера была. Причем мы считали, не нашли заявленных там 5000 саженцев. Тысячи саженцев есть, 5000 саженцев нету. Мы их не нашли. То есть афера еще и заключалась в том, что посадили меньшее количество, чем декларировали. Где сейчас байбек турецкой части Кипра? Спокойненько вместе с женой выехал. Никто ему ничего не препятствовал. Подрядчик. А, значит, все, кто в этой афере участвовали, совершенно свободно разгуливают по Алмате, по Казахстану. Никто их не трогает. Еще раз оговорюсь, что в Бишкеке совершенно аналогичные дела. Мэра Бишкека посадили с подельниками.